Новая администрация Белого дома готова к решительным и большим шагам, направленным на создание новых реалий в геополитике. По мнению политологов, на это указывают первые политические решения, которые принял избранный президент Джо Байден. Эксперты уверены, что новый глава Белого дома приложит массу усилий для вывода США из экономического кризиса, что неизбежно повлияет на мировую экономику и увеличение мирового товарооборота. Довольно-таки хорошо формулирует свои тактические и стратегические ходы. И, естественно, время покажет, как это будет все идти. Но я думаю, что, во-первых, у Байдена очень хорошая команда. В отличие от Трампа, там собрались очень много профессионалов. Люди, которые были в эстаблишменте уже много лет, которые знают, какие нюансы надо, над какими нюансами надо работать, чтобы возродить, значит, тот поток иммиграции, ту мощь Америки, которая была до Трампа в международных кругах.